Здравствуйте, представляем вашему вниманию лот номер 1 Альдисмитт Саутен Винтер, страна Германия, дэми сезон. Количество в мешке 42 штуки, вес мешка 5,35, микс детский. Куртка, куртка теплая, на липучке. Молния. С другой стороны он открывается. Карман на молнии. Кофта здесь вставлена. Ветровка, то есть ее куртку можно как использовать. Отстегнуть флисовая кофта будет. И ветровка. Капюшон отстегивается. Молнию давайте еще раз проверим, что в рабочем состоянии. Ну, с другой стороны почему-то застегивается. Я застегиваю и расстегиваю. Липучка. Рост 98-104. Джинсы на резинке. Стретчевые. Внутри резинки утяжки на рост 110. Слип теплый махровый на молнии 62-68. Джинсы на девочку на рост 134. Внутри резинки утяжки, стретч, молния, карманы сзади, также карманы. В комплекте две футболки. На рост 122-128. В комплекте две танковки. Синие и белые. На рост 116. Рубашка 122-128. Термобелье, футболка и брюки на рост 122-128. Боди в комплекте. Два боди на клепках 62-68 рост. Комплект. Кофта, брюки. Хлопок. Двойной материал. Сто 110-116 рост. Толстовка теплая, махровая. 134-140. Платье 116 рост. Танковка 134-140. Куртка ветровка. Внутри флис утепленный 146 капюшоном. Шапка шарф хамут. Теплая, плисовая. Весь потон 610, 122 на мальчика. Шапка шарф хамут. Пижама 86-92. Штаны кофта. Штаны утепленные махровые внутри, с лампасами на рост 122. В комплекте 3 боди, 62-68, хлопок. В комплекте набор пеленок, их можно сшить. Волос 70, спальный мешок, брюки, комбинезон на рост 74-80, флисовая кофта 74-80, лосины махровые в комплекте вдвое на рост 92,
Колготки 74,80. И майка трусы на рост 92. Кнопок на мальчика. В комплекте три пары носков 39,42. Спасибо за внимание.